Давайте поговорим о том, как этой зимой утепляться. Вот девочки только что рассказывали, что действительно минус 30, а то и больше будут температуры даже в Москве в конце месяца. Конечно, нам с вами нужно пережить еще и февральские морозы. И для этого у нас есть потрясающее предложение. Ой, потрясающее не то слово. Мягкое, бархатистое и, конечно, теплое. И это брюки «Бархатные мечты». Встречайте, цена только сегодня 1199 рублей. Вы экономите сегодня 1100, но еще вы очень красиво и стильно утепляетесь. А самый-то главный секрет наших брючек, давайте сейчас прямо заглянем внутрь. Мы с вами говорим о бархатных брючках. Бархат действительно на пике популярности, это один из самых модных материалов сезона. Но главное достоинство наших брючек вот здесь. Они теплые, смотрите, здесь у нас внутри даже не байка, здесь у нас настоящий мех, коротковорстный, вот такой вот, очень теплый. Поэтому проблема брюк, под которые нужно надевать колготы, под которые нужно надевать термобелье, у нас прямо сейчас решилась. Ну что, хватит уже натягивать на себя несколько слоев одежды, чтобы согреться. Надели одни брюки «Бархатные мечты» и выглядите комфортно, и вам тепло. А посмотри, какая у нас эффектная еще декорирование, да, идет у нас по брюкам. Здесь еще есть и цветочки. Ну, а мне хочется отметить, что полный образ вместе с блузой достойно представила наша модель Елена. Давайте посмотрим на посадку наших брючек, поскольку мы с вами понимаем, что это одно из самых главных, когда мы выбираем именно вот такого формата брючки. Поэтому обязательно должны с вами убедиться в том, что они хорошо сядут на любую фигуру. Здесь у нас, как видите, стретчевый материал, не просто бархат, а с добавлением эластана, плюс широкая эластичная лента в талии, которая позволяет эти брючки посадить на любую фигуру. Но и мне очень нравится, что здесь хорошая высота посадки, смотрите. О, отлично, поясница будет прикрыта, и опять же мы возвращаемся к здоровью. Холода, морозы по всей стране у нас уже они наступили, а вы утеплились? Сделайте свой правильный выбор в пользу брюк «Бархатные мечты». Заказывая сегодня, вы бронируете за собой брюки. Оплата происходит только при получении. Сделать выбор сейчас – это важно, и сэкономить 1100 рублей. Лера, у нас широкий размерный ряд от 46-го. Подскажи, как правильно нам выбрать размер? Ты знаешь, Олечка, эти брючки нужно выбирать побольше. Я бы даже рекомендовала на 2 размера больше их выбирать. Но все-таки это не российское производство, это западные лекала, и у нас немножко разные размерные сетки. Так. А я вывернула их наизнанку для того, чтобы вы убедились, что они по всей поверхности у нас утепленные, не только внизу в штанинах, как я вам показывала. То есть действительно мы с вами получаем абсолютную защиту в эти грядущие морозы. Ой, они прям меховые, пушистые внутри. Вы когда-нибудь видели меховые брюки? Заказывайте прямо сейчас. Ну, а мне хочется отметить, что эти брюки, я уверена, понравятся маме, дочке, бабушке, сестренки, оформите свою покупку и возьмите не одни брюки, а всем. Утеплите всех красиво. А еще, если вы делаете свою первую покупку на телеканале Shopping Show, то вы еще и получите 2 золотые карты. Бонусы, которые будете копить на карте, потом используйте в счет оплаты ваших следующих покупок. Делать заказы просто, бегать по магазинам не нужно, а мы выбираем для вас лучшие товары. 1100 экономия и за 1199 рублей вы получаете комфортные теплые брюки, под которые даже не нужно надевать колготки. И мы можем с вами собирать совершенно разные образы с такими брючками. Можем подбирать, конечно же, нашу блузу самоцвет. Она у нас появится, еще расскажем про нее поподробнее. Бархатные, поскольку и брючки у нас бархатные. Но можем выбрать и рубашку, и тунику, совершенно любые наряды. Сейчас полюбуемся еще на нашу Леночку. И, кстати, давайте-ка обратим внимание еще на один важный момент. Так. Настройность. Мы с вами выбираем теплые брючки, а мы видим, как наша модель еще и стройнеет. А как так получается? Во-первых, у нас черный цвет. Черный цвет стройнит всегда и всех. Во-вторых, у нас еще и сложная фактура на наших брючках, рисунок, такое ощущение, что выбит, да, или термоспособом как бы выдавлен у нас. Поэтому мы с вами получаем еще и фактуру, которая забирает на себя основной акцент. Поэтому мы визуально с вами, конечно же, стройнеем, отвлекаем
отвлекая внимание от каких-то особенностей своей фигуры. Слушай, так это получается еще и хитрые брюки, которые стройнят наши ножки. Вот я люблю такие вещи. Выбирайте брюки бархатные мечты. Они не просто бархатные, они еще и украшены цветами. Оформить покупку легко и просто, звонки бесплатные. Лер, ну посмотри, до чего же эффектно смотрится. Очень дорогой декор. Да, согласна с тобой, Оль. Действительно, выглядят потрясающе наши брючки. Вот что мне нравится, что на нашем телеканале можно за невероятную стоимость просто получить действительно вещь, которая выглядит очень дорого. Ну и давайте не будем забывать, что бархат – это модный материал грядущего сезона. Мы с вами получаем действительно брючки, которые еще, ко всему прочему, будут привлекать всеобщее внимание. Наверняка у вас есть обычные леггинсы, которые уже, в общем-то, не выглядят какими-то, да, особенными. Но леггинсы и леггинсы, а здесь мы с вами получаем комфорт леггинсов, в общем-то, то же самое удобство, но при этом получаем вот такой вот прекрасный внешний вид. Посмотрите на наших брючках. Причем мне очень нравится, что действительно их можно носить и с укороченной блузы, благодаря тому, что они достаточно плотные. Вот мне это очень нравится. Высокая посадка, а значит, полный комфорт и тепло. Размер у нас получается сдвоенный, да, Лер? Легко выбрать свой размер? Да, размерная сетка сдвоенная, но вы, пожалуйста, выбирайте в сторону большего обязательно. То есть даже если вот вы попадаете в диапазон свой российский 46-48, возьмите тот, который идет следующим, побольше. Сделайте свой правильный выбор, возьмите лучше побольше брюки, чтобы они на вас комфортно сидели. Но еще раз, внутри мех, это меховые утепленные брюки, бархатные мечты. Лер, я, знаешь, хотела тебя что еще спросить? Вот, да. Вот, покажи, как у нас тянется в самом низу. Потому что часто бывает, что если зауженные брюки к низу, их не очень бывает легко надеть. А как здесь? Здесь у нас стретчевая лента, конечно же, поэтому брючки мы на себя хорошо наденем и внизу. Мне они очень нравятся, заказывайте.